Седьмая серия видео о маршруте Москва-Красноярск. С правой стороны населенный пункт Сосновый Бор. С левой стороны по ходу верхний Такермен. Далеко слева подгорный Такермен. Федеральная трасса М7. Движение в сторону Башкирии. Небольшая наледь на дороге. С правой стороны населенный пункт Кузембитьево. И небольшая река Буклы и вторая речушка Кугашевский, наверное, ручей, объединяются вместе и под одним названием Ургуда. Это с правой стороны, ну, на расстоянии, может быть, километра. С правой стороны Кузембитьево, населенный пункт. Общение с дальнобойщиком. Справа по ходу река. Река Ургуда, садовое некоммерческое товарищество Усольева. Это подсказывает временами мне, что можно обогнать. Thank you.
левой стороны по ходу Коноваловка деревня. Примерно в километре, чуть меньше. Так, больше никаких достопримечательностей, к чему привязаться, не вижу. Так, с левой стороны, с левой стороны деревни Юртово, прямо по ходу Мензелинск. Ну, это больше похож на поселок городского типа. Вижу аэропорт недалеко от дороги с левой стороны. Называется аэродром Мензелинск. В гору заезжать не будем, уйдем вправо. Разливается река Мензеля, напоминая чем-то водохранилище. С левой стороны крупной Воровского водоем Мензеля река разливается. Уже начинаем думать о ночевке, о привале. Ведущий в интернете нашел какую-то точку, где можно остановиться на ночевку. Пусть экспериментирует. На этом участке интернет есть. Ну, вблизи городов, поселков. Температура минус 16, показывает. Зачастую интернет есть. Совершенно ни к чему не могу привязаться. Трасса М7. Слева и справа движение в сторону на разном удалении Башкирии. Лесные массивы. Thank you.
Местами обледенелая дорога, попадаются участки с обледенелыми, с ледяными такими фрагментами. Ну вот ведущий, обогнав автомобиль, информирует о том, свободна или нет левая встречная полоса. Мне за большой машиной зачастую не видно. Видно, есть встречка. Впереди река Аю. Очень опасная маленькая речушка. Участок дороги попадается, где ледяные вот эти вот наросты. Ледяные участки. Вот она впадает в водоем или берет начало от водоема, который, я говорил чуть раньше, возле Мензелинска. Впереди река Камышка. Ну, река, наверное, сильно сказано. Ручей, по всей вероятности. День клонится к закату. Проехали ручей Камышла. Ну, назовем это рекой. Разметки почти никакой. Впереди река Ик. Обочина тоже в снегу вся. То есть внимание трассе не очень пристальное. Это мониторинг радио, телефонной связи, мобильной связи. Периодически посматриваю на мощность, на силу сигнала оператора. Ну вот. На улице морозно, сейчас не помню, но температура довольно-таки низкая была. Если не изменяет память, на привале ночью температура была за минус 30. Об этом говорили дальнобойщики. С правой стороны по ходу деревня Паисево.
левой стороны поля, поля, поля. Небольшой кустарник вдоль дороги. Но далее открытое место. Зажглись фонари вдоль дороги. Но дорога мало ухожена. Можете сами это заценить. С левой стороны деревня Качкиново и мост через реку Базино. Базина. Вот в чем преимущество радиостанции. По радио можно получить любую справку, любую информацию, рекомендацию. Так что Ну, мы остановимся, как сейчас помню, в Башкортостане уже. Проскочим границу. Видно будет с правой стороны открытое место, где остановились на отдых большегрузы.
проезжая то место, которое советовали водители больших грузов, обратили внимание, что там две стоянки. Но, наверное, это будет чуть позже. С правой стороны Старая Байсарова, населенный пункт, и река Сикия. Сикия, Сюнь. Да, обгонять на такой дороге довольно-таки сложно. И ледяные вот островки. Ну вот, проехали уже. Вот это место, о котором говорил дальнобойщик. Но решили ехать дальше. Я все ждал крутой левый поворот. Ну вот левый поворот, немного расстояния, говорю, вот проскочили, короче. Ну, здесь можно было остановиться на ночевку. По-моему, точно здесь. Сейчас вот на повороте должен стоять Стелла, Башкортостан. Ну, короче, как на карте Стелла и стоят впереди. Ну, вот он отремел в эту стоянку. Что будем делать? Сколько там до твоего двора? 25. Впереди ну вот, опасный поворот. Ограничение 50. Проехав эту стелу, мы в Башкортостане уже. Да, комментарий будет слегка запаздывать. Пока вижу. Это луна впереди, вверху, оказывается. Я думал, блик на лобовом стекле. Вот видно. На лобовом стекле от встречных автомобилей вот эти вот разводы, или как их назвать-то. Но нужно стекло изнутри протирать влажными салфетками. Впереди река Аушта по мосту. У меня ближний видали.
ехал на габаритах, хрена вообще не видно, конечно. С правой стороны Исаметова деревенька. Довольно сложные условия движения в темное время, но главное то, что съемку невозможно вести. По этой причине одна из основных с левой стороны Старокуктова, считаю, деревенька, только в светлое время. Какая на речка, как немножечко правым поворотником предлагают обогнать. И небольшой такой водоем, типа разлива или озера, примерно в километре от трассы с левой стороны. Ну, видно, там вот с левой стороны мигают огоньки. Это и есть Старокуктова. С левой стороны далеко впереди Верхнее Яркеево. Ну, вплотную к дороге. Название улиц прочитать не могу. Ну вот до привала примерно 3 километра. Подъезжаем к месту, где остановились. Вот здесь сейчас и остановимся. Thank you.
времени определено. Послушаем новости. Так, туалет теплый, вода в туалете тоже теплая. Кухня более-менее. Ашкортостан. Национальная музыка играет. Так, место для ночевки называется автодвор. Автодвор. Тут и мойка, и заправки, и кафе. Кухня довольно-таки неплохая. Ну, оценочка примерно, ну, 3 с плюсиком. Мужики, не подскажете температуру наружного воздуха? У меня что-то глючит, показывает 32-33 градуса. У меня 35. 35 даже, я на свой стал винить. Спасибо. Вот, пожалуйста. Какое время? 35 градусов. Минус 35. Нормально. Так, развернемся сейчас. Так, напомню, что это место для ночевки. Автодвор называется. С левой стороны это туалет, душ. С правой стороны это двухэтажное, это кафе. Тут же рядом заправка Лукойл. Чуть дальше еще одна заправка, но я не вижу названия. Еще подальше заправка называется «Интеграл». Ну, в общем, три компании торгуют бензином. Да, помню, морозно было, но в автомобиле вполне комфортно. Тем более у меня одежда с подогревом, спальный мешок. То есть ночь прошла вполне комфортно. Вполне комфортно для меня. Вот у меня вот такие вот планки комфортно. Такой уровень оценки. Довольствуюсь малым. Ну, более-менее нормально. Так, 857 километров до Кургана. Это вот подходовая это. Нафига мне набережная очередная. Все свое с собой в автомобиле. Вот стакан электрокипятильник покупал в Китае. 20 минут 20 и 15-20 минут и пол-литра, ну, 350 миллилитров кипятка. Можно и лапшу быстрого приготовления, можно и кофе.
чем хорош стеклянный стакан, этот кипятильник. У него отвинчивается с обоих сторон вот, и нагревательная часть, и крышка, и очень легко и удобно мыть, например, после молока. Если ребенку в дороге готовить молочную кашу, манную кашу, покормить ребенка, то очень легко его помыть. Где-то у меня в видео можете найти тест этого стакана, как он разбирается, собирается. Очень удобная вещь, рекомендую. Вы независимы, автономны от кого бы то ни было, и в любое время можете себе приготовить что-то покушать. Тут заправки нет, дизельное топливо только. Покупал этот стакан в Китае на Алибабе. Приходится петлю делать, чтобы заехать на Лукойл, потому что кто ее знает, стоят там дядьки с этими полосатыми палками. Можно было сразу со стоянки, с места ночевки. Вот впереди этот автодвор, где ночевали. Можно было это сразу, навигатор с нее сказывает, на Лукойл заехать. Но ну вот так как-то. Если понравилось это место, запишите координаты автодвор. Все-таки, я думаю, здесь лучше, чем вот на границе с Башкортостаном. Тут и Wi-Fi, а температура, конечно, в этот раз достаточно низкая. Но, говорю, ночь прошла довольно-таки комфортно. Для меня. Кстати, кроме этого стакана с кипятильника, стакан-кипятильник или как угодно его можно назвать, вот с собой также беру вот мобильный туалет, чтобы не выходить на мороз и в неудобном месте. Так, вот этот автодвор тоже приобретал на Алибабе. Я думал, вон та синяя надпись, это там. Это очень заправка удобно для женщин, здоровья, для детей, чтобы не останавливаться верхний на трассе. Верхний Киева, населенный проект, жду прямо в салоне автомобиля. Тут много улиц разных. Улица Пушкина, Красноармейская, Ленина, Советская, Коммунистическая, Куйбышева.
чтобы не получить письмо счастья, приходится вот как-то учитывать знаки. Солнце в лицо. Двигаемся на восток. Трасса М7. С левой стороны, напомню, Еркеево. Наверное, малый город. Слева и справа по ходу движения, судя по количеству улиц, большие лесные массивы. Тут вижу и подром белья. Река Кикичу, река Базы. Необходимый для меня набор продуктов в дорогу. Это морозится, чувствуется, щиплет. Батон 2 хлеба, 1-2 кольца колбасы, пару канистр 5-литровых с водой, кофе, сахар. У меня была мысль, меня попросили создать видео с местами стоянок, ночевок, парковок по трассам России. Я собрал огромную базу, несколько гигабайт было коротких роликов, вот и уже видео было практически готово. В этот момент у меня возникли проблемы со здоровьем. Скорая помощь увезла меня в больницу. Ждал операции. И пока меня резали, значит, один мужик, который был в палате, как он там появился, никто не знает. Не зарегистрированный нигде ничего. Украл у меня этот планшет, на котором я формировал вот этот полностью видео с местами стоянок, парковки. База была примерно за 3 или 4 года. И вот этот подонок украл планшет. Я сильно переживал, здорово. Жалко было, у меня больше не в милицию. Пришел следователь. Этот архив не хранился только на этом планшете. Украл планшет. Меня когда привезли уже после операции, я кинулся, планшета нет. Его нашли, этого подонка, у милиции, но карта памяти 64 гигабайта, на котором был весь архив, исчез бесследно. Так что видео о стоянках, мотелях. Так, ладно. Река Сарыяс, справа Ишкарова, слева далеко Саиткулова.
И далеко справа Лаяшты, населенный пункт. Интересно, по утрам, вот, когда смотришь видео, когда во время старта все вот фуры стоят, в этот дымовый пород еле разглядишь. Да, картинка красивая, когда, особенно вот под Омском, возле мотеля «Уют». Поселок Крутинка несколько раз, ну, в прошлые годы останавливался там зимой на ночевку, и картинка просто потрясающая. Лаяшты. Ну и ничего, даже близко. Форы стоят, двигатели работают. В таком тумане такой дым, такой пар, практически их не видно. Ну, к сожалению, не снимал это. Надо было оставлять видеорегистратор включенным на всю ночь. Но хорошие мысли приходят опосля. Солнце в лицо, не очень комфортно. Ну, я пользуюсь поляризованными очками, очками с поляризованными стеклами. Тяжеловато двигаться утром на восток. Солнце в лицо. Вот повторяет мои слова. Слепит. Спасают наши очки. Погода ясная, небо синее. Слева далеко Дюртюли. Крупный населенный пункт, ну и поменьше Иванаево, Гублю, Кучуково, Токарликово, Аргамак, Старосолтанбеково, Осяново, это с левой стороны, с правой стороны Игметова, Абдулина, через реку Куваш, Нижнемончарова, Каралачук, условно, скажем, Назитамак. Вот то, что на разном расстоянии. Трасса М7, 5-7 километровая трасса М7, маршрут Москва, Красноярск. И все это впереди. Двигаемся в сторону Уфы. Ну вот под Уфой у меня там, конечно, конфуз будет. Посмотрите. Буду, наверное, много материться, так облажаться. Так, впереди перекресток. Так, ну деревья все в инее, это естественно, на улице мороз. В автомобиле с собой постоянно вожу ионизатор, который очищает воздух.
и голова не болит, и самочувствие бодрое, ну, способствует бодрому самочувствию. Будете покупать, если ионизатор, опасайтесь подделок. Я вовремя об этом узнал и, покупая в интернет-магазине, поехав получать его на склад, вскрыл в присутствии продавщицы, открыл, разобрал видео этот ионизатор. Это оказалась обманка. Светодиод и все. Вот. По весу нормальные ионизаторы, они более тяжелые. Вот. Там и трансформатор справа, походу, и другие, в общем, дофига радиодеталей. Населенный пункт. Сейчас передали по новостям, по телевизору, 15 число, Крымский мост готов к эксплуатации. Открытие вроде бы завтра, 16 числа. Так что мое видео Москва-Симферополь, Москва-Севастополь на этом участке устарело и останется теперь как архивная историческая видеозапись, исторический факт. Говорят, что Керченский пролив по мосту можно преодолеть за 15 минут. По сравнению с теми часами, которые приходилось тратить при переправе на пароме. Но паром еще какое-то время будет действовать, это для фур, для больших грузов. Но для легкового транспорта, автобусов, движение начнется, говорят, завтра. Вот качалки, правая сторона, с правой стороны, походу, далеко впереди, как у Янова. Ну, это лучше всего, наверное, смотреть деревенько. На втором аккаунте, с левой стороны, ускорение от Суярова. Тогда и картинка будет совпадать, и комментарий. Больше ничего такого, к чему привязаться. Не вижу. Ну, дальнобойщик предупредил о том, что стоит ГИБДДшник. Ну и слышно было, как квакнул несколько раз радар-детектор. Это подтверждает информацию. С правой стороны сейчас можно будет увидеть Кукуянова, наверное. Вот проехали этого гаишника. Ну, встречные автомобили мигают фарами, иногда предупреждают. Иногда по радио говорят, иногда мигнут пару раз фарами, все понятно. Так, с левой стороны на реке, сказать пока название не могу, с левой стороны населенный пункт Москово. Москово. С правой стороны Ивачево. Так, а как называется река? Река называется Евбаза. Евбаза.
Ее база, может быть. С левой стороны. Я рассказывал, как цыганки так уж стояли на трассе и ловили отсюда. Ребята дали их сейчас повезти. Разговоры использовали. Они передали им весь укрытый без насильственной дороги. И я разобили следовал джипа. Так, с левой стороны река. Там база. Но она подходит трассе, и трассу не пересекает. С левой стороны также населенный пункт Щелканово. Щелканово, Щелканово. С правой стороны деревня Иликово. Примерно на расстоянии 5 километров. И слева, и справа. Это я все про свои видео толдычу. Ну вот на карте эти места никак не обозначены. Голое место. Но на картинке видно, что тут. Так, с левой стороны Карача Елга. Километра через 2, через 3. Вот, ну и по всей вероятности уже, да, в следующей серии увидите весь мой позор, как я лоханулся перед Уфой. Открытое место слева и справа. Стоит снегозащита от деревьев. А дальше пустота. Ну, по крайней мере, на карте ничего я там не вижу. Трасса М7. Двигаемся в сторону Уфы, река Саярыш, мост через реку Саярыш. И второй мост, примерно через километр, Чермасан, через реку Чермасан. Далеко слева от дороги деревня Матвеева, Старобаскакова. Это справа, с левой стороны. С правой стороны совсем далеко Старобаширова.
Что-то там интересное, не знаю. Развязка нам оканчивается. Седьмая серия. С левой стороны, с правой стороны Матвеева и Якулова. И далеко впереди Старокурмашева. И совсем в стороне, наверное, на расстоянии 2 километра, Кошнаренково. Наверное, поселок городского типа называется Кошнаренково. Да, в следующей серии увидите мой позор, как я лоханулся. На этом заканчиваю комментировать 7-ю серию. Поздравляю всех с открытием. Завтра состоится открытие моста через Керченский пролив. Все.